Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-обзорчики. Сегодня у нас еще одна посылочка. Сейчас мы с вами посмотрим, что нам пришло. Пришла лебедочка. На вид вообще шикарная. Ух ты. Вообще бомба. Трос какой, смотрите. Отсюда. Просто тросище. Управление, я так понимаю, двойное. И здесь его дополнительно еще. Наверное, на выбор, куда чего. Будем разбираться. Крепление либо в подставку, вот сюда, либо еще есть сзади два отверстия. Болтики, шайбочки, тоже, кстати, все в комплекте. Так. Ага. Питание, управление и еще дополнительно. Может быть так? Надо будет разбираться. Инструкции у китайцев нет. Шапка крутится. Хорошо. Прикольненько. Будем смотреть. Клево то, что сама раскручивается. Можно, кстати, перевернуть шаг в обратную сторону. Вот для чего отверстие. Туда-сюда. Двигатель разверить либо в одну, либо в другую сторону. Ну все. Ссылочки в описании. Ценник, кстати, на ней идет в районе 1000. Так что посмотрим, что она из себя представляет.